Теперь я здесь смотреть все сразу буду, от мудрых книг до первых новостей. Я посвящаю этот стих Ютубу. Он сделал мир свободнее и честней. Любой из нас, кто хочет быть известным, покажет миру, если есть талант, свои стихи, рассказы, басни, песни. Поэт исполнит, автор, музыкант. Культура нам теперь доступна снизу. Решать любому, что теперь смотреть. Уже совсем не нужен телевизор. Ты можешь свой канал теперь иметь. Без связи, без цензуры, без платы, без просьб и унижений, наконец. Тут можешь стать борцом и демократом, любой пенсионер или юнец. Политик, кулинар или философ, дизайнер, композитор, садовод. Найдет себе работу без вопросов, свой круг общения быстро соберет. Юрист и медик, продавец квартиры, торговец, тот, кто создал сайт и клуб, благодарят, что в многогранном мире есть интернет-пространство, наш YouTube.